В эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Мы за Россию! Мы за президента! На площади Свободы собрались сотни людей. Они высказались в поддержку спецоперации на Украине. Во Владикавказе прошла патриотическая акция «Я, мы, Россия». Мне очень хочется, чтобы статус учителя с каждой минутой, с каждым днем, ежедневно повышался. Определились победители конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Педагогический дебют». Лучшие стали обладателями денежных призов. Подробности в выпуске. Практически по себестоимости люди продают. И огромное им спасибо тем, кто откликнулся. Натуральные продукты местных производителей по ценам ниже рыночных. Во Владикавказе открылась уличная ярмарка, которая будет работать до 10 апреля. Три фуры с очередной гуманитарной помощью отправили в Донбасс. В них лекарства, вещи, игрушки, бытовые принадлежности, продукты питания. В сборе активно участвовали все неравнодушные жители Владикавказа, предприниматели, органы государственной власти. За две недели собрали сотни коробок, всего больше 50 тонн. Кроме того, каждый день республика помогает вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Мы активно помогаем тем госпиталям, где находятся сейчас раненые солдаты. Можно принести гуманитарную помощь по адресам Шмулевича, 8Б, центр «Мой бизнес», в любое время дня и ночи. Потом есть комплексные центры социального обслуживания населения. В каждом районе республики он находится, в том числе в каждом районе города. «Я, мы, Россия». На главной площади Владикавказа прошла патриотическая акция. Сотни жителей республики пришли выразить солидарность с решением президента о проведении спецоперации и поддержать российских военных. Люди пели песни, провели флешмоб. Сабина Гатагова продолжит тему. Флаги России, Осетии, песни о великой державе. Конечно, люди, сплоченные одной целью – поддержать решение президента и российскую армию в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины. Мы за Россию! Мы за президента! Отношу себя к той категории граждан, которым мне все равно, что происходит в стране, в республике в целом. Думаю, я сегодня здесь для того, чтобы поддержать вместе с общественностью республики решение президента Российской Федерации о признании наших братских ЛНР и ДНР, ну и, конечно же, необходимого проведения этой военной спецоперации. В одном строю волонтеры Победы, молодая гвардия, юнармейцы. Эти ребята, как никто другой, знают, что такое патриотизм. И сегодня они не остались в стороне. Наши общественные организации молодой гвардии «Единой России» пришли поддержать наших солдат, которые участвуют в военной спецоперации. Самый минимум, чем мы можем им сейчас помочь. Как военнослужащим, так и пребывающим беженцам мы организовываем им помощь, гуманитарно размещаем их. И также проводим акции в поддержку нашей армии. Самая трогательная часть, которая не оставила людей равнодушными – акция «Единой России» защитникам Отечества. Даже дети знают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома. Тем, кто днем и ночью несет службу и защищает мирное население Донбасса, ребята написали письма. Знакомый солдат. Меня зовут Каролина. У меня есть желание, чтобы побыстрее закончилась война. Будь здоров. Я шлю тебе оберег, который сплела сама. Будь жив и здоров. Возвращайся домой. Акцию поддержали и власти республики. К жителям обратился председатель правительства Борис Джанаев. Он отметил, только вместе наша страна может преодолеть все трудности. Многие наши ребята отважно отстаивают интересы России, участвуя в спецоперации на Украине. Огромная благодарность им за отвагу и мужество. Сегодня мы с глубокой скорбью и тяжестью в сердцах вспоминаем наших героев, которые с честью выполнили долг перед Родиной. Светлая память нашим ребятам. Пусть каждый, кто сейчас сражается, вернется домой живым
и здоровым. Участники акции скандировали патриотические лозунги, читали стихи, а известные эстрадные исполнители устроили концерт. Офицеры, россияне, свобода воссияет. Здесь на главной площади собрались десятки людей, чтобы выразить свои чувства. Кто-то приклеивает к сердцу букву Z, кто-то приходит с флагами России, устраивает флешмобы. Форма поддержки, конечно, у всех самая разная, но вот смысл у них один. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский, новости Осетии. Стали известны имена победителей конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Педагогический дебют». Каждый участник проделал большой путь, показал свои профессиональные навыки, но главное – получил бесценный опыт. Лучшие в своих номинациях представят республику на всероссийском этапе конкурса. На награждении побывала моя коллега Лидия Цахилова. В концертном зале филиале Мариинки педагоги со всей республики. Этот день для них важный и долгожданный. Все в предвкушении результатов. Завершились региональные этапы конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Педагогический дебют». От имени главы республики Сергея Миняйло учителей поблагодарил премьер-министр Борис Джанаев. Спасибо вам за профессионализм и преданность вашему делу. Вам доверяют самое ценное наших детей. И вы с достоинством выполняете эту важную миссию, вкладывая в каждого своего воспитанника нужные знания и жизненные ценности. Улучшение условий труда в сфере образования – одно из первоочередных приоритетов для руководства республики. Для этого строятся новые и ремонтируются существующие школы, детские сады, создаются инновационные площадки. Необходимо и дальше повышать доходы работников отрасли образования, расширять меры стимулирования и, безусловно, работа по всем направлениям будет продолжена. Галину Хабалонову переполняют эмоции. Педагог изобразительного искусства гимназии «Диалог» стала обладательницей гран-при и сертификата на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. За ее плечами муниципальные и региональные этапы конкурса «Учитель года» и больше 20 лет в любимой профессии. Галина признается, благодаря конкурсу изменила подход к обучению ребят. Буду пересматривать манеру преподавания, буду искать новые способы, новые методы, потому что участие в конкурсе, как это ни банально звучит, это неоценимый опыт. Неоценимый опыт не только знакомства со своими коллегами, но и в плане методов обучения, в плане способов, которые использовали девочки на своих вступительных и прочих испытаниях. В конкурсе «Воспитатель года» проявила себя и Анна Дзукаева. Как результат – победа в региональном этапе. В детском саду «Шуадон» Анна работает вот уже 15 лет. Для нее участие в конкурсе – это обмен знаниями и опытом с коллегами, который поможет достичь новых вершин в дошкольном образовании. Глядя на коллег, берешь для себя опыт. Конечно же, в первую очередь, это то, именно огромный опыт, которым мы делимся в ходе конкурса, в ходе каждого мероприятия, каждого конкурсного испытания. Мы делились опытом в первую очередь со своими коллегами. И, конечно, хотелось бы, чтобы каждый в своей работе какое-то новшество вводил. А в педагогическом дебюте лучшим стал учитель физики 108-й школы Моздока Марат Дряев. Призеры и участники трех испытаний получили дипломы и сертификаты. Конкурсантов поздравила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Вам удалось пройти через муниципальный этап, попасть на региональный, кому-то стать финалистом, а кому-то просто обрести друзей. Сегодня очень важно, когда формируется педагогическое сообщество. Мне очень хочется, чтобы статус учителя с каждой минутой, с каждым днем ежедневно повышался, и вы чувствовали, что все общество ценит вас, ценит ваш труд, то, что вы делаете для нашей маленькой республики, для нашей огромной страны. Повысить социальный статус учителя, развить творческий потенциал молодых педагогов, а также обменяться инновационным опытом. Все это благодаря конкурсам. Но все же значимыми их делают ежедневный труд учителей и их бесконечная любовь к детям. Лидия Цахилова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. В СК ГМИ открыли всероссийскую архитектурную экспедицию «Северный Кавказ». Она нацелена на развитие культурных связей. В Северную Осетию приехали студенты и кураторы архитектурных вузов из 14 регионов страны. Два дня группа будет знакомиться с природой республики и достопримечательностями Владикавказа, а после представит проекты общественных пространств в 10 локациях.
практике уже несколько лет. Так можно назвать это архитектурным десантом, когда они приезжают и в короткий промежуток времени решают ряд творческих задач. Город определил для себя наиболее важные локации. Это парки, скверы с деградирующей территорией, с проблемами. Также определены участок Феодонии и в Даргавсе. Это очень важная работа, они охватывают и город, и республику. Для меня это не первое знакомство, я сюда уже не первый раз приезжаю. У нас сложились очень тесные дружеские отношения с Северокавказским горным металлургическим университетом, кафедрой архитектуры Поляковым Арсеном Анатольевичем. То есть у нас уже выстроены отношения давно, мы работаем и в Артеке, и в Смене, у нас были совместные проекты в Севастополе. Вот. А мечта вот, года 4 назад у нас появилась, когда вот, Арсен Анатольевич привел нас сюда, в это здание, вот это, в свой университет. И захотелось поделиться с друзьями, коллегами вот той атмосферой, которая у вас здесь есть. И многие идеи, которые здесь рождались, они как раз и речь шла именно о развитии туристического сектора. Я думаю, что это одно из успешных направлений, которые республика могла бы взять за основу и получать с этого не только удовлетворение, но еще и финансовое удовлетворение, что немаловажно в наше время. А ребята из 38-й школы учились оказывать первую медицинскую помощь. Мастер-класс им провели тренеры Красного Креста. Рассказали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Программа «Первая помощь» реализуется в 30 регионах страны. Для школьников и студентов СУЗов и ВУЗов специально для этого 20 инструкторов Красного Креста прошли специальное обучение. Мастер-классы проводят ежедневно. Организаторы хотят охватить все учебные заведения республики. Даже элементарно поранив руку, ребенок не знает, что делать. Или поломал ногу, или подвернул. Как правильно оказать помощь, ту или иную, или даже себе оказать. Это уже или у себя дома, подсказать родителям, братьям, сестрам, научить. Это масштабная программа, и от этого будем только иметь положительные результаты. «Помоги пернатым друзьям». В парке Жуковского прошла ежегодная акция. Участвовали ребята из детских садов, школ и учреждений доп. Образования. Было много всего интересного. Выставка скворечников, кормушек, викторины и конкурс на лучший рисунок. А еще мастерская. Каждый желающий своими руками собрал домик для птиц. Цель – привлечь подростков к проблемам зимующих птиц, воспитать заботливые отношения. Изготовленные скворечники установят в парке Жуковского. Во Владикавказе состоялся концерт «Джаз-2022». Исполнители – Государственный оркестр имени Кима Суанова. Выступили также музыкальные коллективы из Ростова, джазовый квартет и детский биг-бенд под управлением Андрея Мачнева. Программа состояла из произведений мировых, российских и остинских композиторов. На мероприятие пригласили школьников, в том числе вынужденных переселенцев из Донбасса. Когда мы получили приглашение принять участие в торжествах, посвященных дню рождения Государственного национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова под управлением нашего давнего друга Николая Александровича Кобоева, мы, конечно же, обрадовались, потому что в этом городе вот, наш квартет «Центропеза» не был уже 13 лет. Купить натуральные продукты по цене ниже рыночной. Такая возможность есть у жителей республики. Во Владикавказе открылась уличная ярмарка. В ней участвуют производители из Северной Осетии и соседних республик. Так, организаторы хотят поддержать жителей в непростой социально-экономической ситуации. Ярмарку планируют проводить систематически и расширять ассортимент. Ее развернули у входа в Олимпийский парк. Посетить можно до 10 апреля. Практически по себе стоит. В Доме музея Костахи Тагурова открылась выставка нашего коллеги Ильи Пухаева «Мир вокруг нас». В ней больше 60 работ. Пейзажи, черно-белые снимки и социальные фотографии. Автор показывает красоту нашей республики. Поднимает вопросы экологии и любви к природе. У каждой фотографии своя интересная история. То все впитал с детства. Я берегу эту всю природу. Здесь вот я спасал насекомых, животных. Мне так жалко было, когда редко животные убивают. Это, так сказать, ножом по сердцу, потому что сейчас насекомых меньше, соответственно, птиц меньше, и тем самым животные меньше становятся. Сейчас природа очень сильно меняется. Дай Бог, чтобы мы эту природу сохранили нашим детям, нашим внукам. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.